Наконец-то нашла зонтики. А, есть зонтики. Видно. Зонтики, зонтики. Погодира. Петуха. Вот, вот, вот это самый цимусер. Да? Да. Это тоже хороший. Которые, ну, они все хорошие. Да, да, да. Так. У них запах. Рви прям с ножки. Вон еще зонтики, смотри. Да. А то для пицы. Вы меня пугаете. Че, носок, как эти самые. Ух ты. Красавцы. Ух, да, действительно. Глянь, какие красивые. Это точно зонтики? Это да, точно, да, да, зонтики. А ну вот, показываю под низ. Она должна ходить. Не, или это-то? Да, надо, да, да, вот она спокойно ходит, вот. Да. Манишка ходит. Манишка здоровый ходит. Смотри, я... покажи, как, да, манишка понятно ходит. Ну что, плохо пахнет? Покажи внизу, а вот погоди, как, погоди, погоди, как погоди. Свободно движется манишка. Погоди, вот, погоди, Ра, подожди-ка. Вот. Вот. Сейчас, Ира. Вот она. А ну-ка. Свободно движется. И он зонтик еще. Тут низинка, наверное, тут они и собираются. Ни хрена себе, вот, где-то смотри, до 30 сантиметров. Бульбочка есть вот эта. Вот это вырывай. Забирайте их, да. И хочешь суши, хочешь это самое. Ест, ест, ест. Тарафил стал. Это я видео снимаю. Вот. Видео о зонтиках. Да, здоровый, это на целую сковородку. Да, вот сегодня у нас будет пицца с рыбой на зонтиках. Не, так а что ты, я тебе серьезно говорю, они вкусные, они в супе вкусные. Учитесь. Причем, да, их, по-моему, ну вот с корнем, да, пускай они с корнем и...